Камера, мотор, снимаем. Здесь все необычное и удивительное. Школа ТВ от Лада Медиа продолжает свою работу. В проекте принимают участие ребята из разных школ и образовательных учреждений города. Большая часть занятий отводится практике, ведь именно так можно по-настоящему прочувствовать профессию. Сегодня у ребят уникальный мастер-класс. Они пробуют себя в роли ведущих молодежных новостей. У них есть текст, сейчас мы тренируемся. Артикуляция, дикция, правильное дыхание. А потом на хромакее все по-взрослому запишем молодежные новости. И, надеюсь, все получится у нас. Так. И давай побольше, смотри, тебе побольше уверенности в себе. Всем привет! Всем привет! С вами Вадим Депутатов и Синева Анна. И сегодня мы расскажем о самых интересных памятниках России. Начнем, конечно, с Тольятти. Памятник Василию Никитичу Татищеву на берегу Волги стал символом и визитной карточкой нашего города. Сегодня я впервые читал по телесуфлеру, и мне понравилось, это было удивительно и увлекательно. Спасибо вам большое. Самое главное, это то, что когда ребята приходят сюда, у них загораются глаза. Им все интересно. Интересно посмотреть, как устроено настоящее телевидение. Интересно пообщаться с профессиональными журналистами, понять какие-то основные принципы работы телеиндустрии. Многие ребята приходят сюда, и для них это как космос. Столько всего необычного, интересного, технологичного, светлого, если говорить о нашей студии, например. Поэтому мы открыты к общению, мы рады тому, что ребята приходят к нам, обучаются. И хочу сказать, такое общение полезно и ребятам, и нам самим. Нам интересно знать, что волнует, что интересует юное поколение и каким телевидению быть в будущем. То, когда я первый раз сюда пришла и нас повели в комнату, где монтируют новости, у меня просто в голове не укладывалось то, что я видела. То есть я привыкла увидеть новости по телевизору, а тут я вижу их на экране монитора, на компьютере, и люди их монтируют. Вот это меня подвергло в шок, на самом деле. Я впервые тут смог почувствовать себя, как в Тольятти в деталях на диване посидеть можно. В дальнейшем может быть либо оператором, либо корреспондентом. Потому что это действительно интересная и очень полезная работа, ведь если какие-нибудь новости не будут показаны на телевидении, многие это не будут знать. От учеников школы ТВ никаких секретов. Опытные журналисты делятся с ребятами своими знаниями и с удовольствием отвечают на возникающие вопросы. Открытость сотрудников телекомпании и их умение увлечь миром ТВ, конечно, не оставляет равнодушным. Так работа на ТВ для ребят из мечты превращается в достижимую цель. Я узнала очень много интересного, и практическая часть тоже мне очень понравилась, так как я давно хотела... тут побывать. Еще мне очень интересна журналистика. Я бы хотела, возможно, в будущем стать журналисткой. Реально, очень интересные и важные занятия проводят с ребятами наши сотрудники. И это, безусловно, находит самый живой отклик в сердцах ребят.